Я даже не против машин, которые к нам сюда привозят. Я не против. Но есть люди, которые хотят ездить на Фордах, которые хотят ездить на Сузуки, которые хотят ездить на Фольксвагенах, которые хотят ездить на Рено, которые хотят ездить на Фиатах, которые хотят ездить на Шевроле. Есть люди. Есть люди. Так вот эти люди могут приехать сюда на Магнитную 101 в салон Best Auto для того, чтобы увидеть и купить то, на чем вы очень любите ездить. Потому что здесь это продается. Я не знаю как, но я знаю одно. Вы хотите автомобиль без проблем и без финансовой тяжести. Это Best Auto на Магнитной 111. К слову, у нас сейчас только получается купить лучший Китай. Но есть возможность купить то, что продавалось ранее. Мы даже не будем вам говорить, вы обратите внимание, что за моей спиной. Чистота, новый порядок. Изумительно все сделано. И самое забавное, мы когда говорим о лучших машинах. Так вот, здесь представлены все машины, которые продавались в городе Магнитогорске. Ну, практически все. Почему все это делается? Потому что вы должны взять себе качественный вариант. И, к слову, о чем мы сейчас будем говорить? Здесь обмана такого нет. Все машины в нормальном качественном состоянии. И, если честно, ну, иногда что-то случается, но вы должны понимать, что машина же ездит, правильно? Даже машина новая, она частенько бывает перекрашенная в салоне. Я неоднократно это дело говорил своим товарищам и своему брату, но не понял. В итоге оказалось, что капот был перекрашен. В итоге оказалось, что у другой женщины был перекрашен бампер. Это все делается. Вы думаете, что машины просто так сюда доходят, не побитые? Да нет. Просто мы будем говорить о том, что вы можете купить автомобиль в магазине, и он уже будет перекрашенный. А здесь вы выбираете то, что проверено годами. Или даже если это будет новый автомобиль, он абсолютно чистый. Пожалуйста. Называется Cherry Exit. Крутая тачка. Настоящая новая машина, еще дешевле, чем в других салонах. Машины всегда были проблемами. Не только в России. Но проблемы решают банки. А пока банки думают, вы спокойненько смотрите телевизор или пьете кофе или чай, чтобы купить обслуживаемый автомобиль и в путь. Ну, наконец-таки мы начали понимать о том, что не все дороги солят. В Башкирии тоже уже не все дороги солят. Это очень, кстати, хорошо. Это, конечно, не Екатеринбург, но нормально. Наконец-таки научились посыпать дорожки. Обыкновенным песком. Ну, хотя этот песочек немножко тоже срабатывает, но давайте определимся с той машиной, которая в лучшем количестве и качестве. Сегодня и сейчас не я буду говорить, вы можете залезть на YouTube и узнать, какие машины качественные. Так вот, Ford Focus 1 и Ford Focus 2 – это машины с очень мощными и долгоиграющими двигателями. И при этом Ford Focus 2, который находится слева от меня, вот этот, так вот он стоит 588 рублей. Я, конечно, понимаю, что немножко прыгнули вверх. Но тем не менее, если вам нужен качественный вариант, вот эта машина. И вот эта машина прослужит очень-очень долго. И в некотором количестве я когда-то говорил, что машины закончились еще на Е-класса от Мерседеса. Поверьте мне, эта машина может вас также увезти еще и на тот свет. Очень хорошая машина, реально. Тут думает и видит современность, а это то, что не подведет. И есть уникальная перспектива чисто нового автомобиля. Без приблуд продаваемых сервисов. Все в топе. А цена-то дешевле. Вот вам топовый китайский бренд. Ой, какая машинка-то. То есть, когда мне говорят, что здесь нету новых машин, я говорю, ну вот, это новая машина. Новая. Китайская. Кстати, когда мне говорят про Китай, я, во-первых, очень сильно с вами не соглашусь. Я видел такую машинку, которую мы снимали. А в салоне получается серебряный саквояж. Тогда еще мы дружили. Маленькая, хорошенькая машинка, она до сих пор не гниющая. Не надо думать, что Китай это... Нет, далеко нет. Китай сделал грамотный вариант. Сейчас, сегодня, обратите внимание, что это все. Это писк. В действительности писк. Я, конечно, понимаю, что вот
DVD смотреть в салоне – это вредно. Там, кстати, так и написано. Но, тем не менее, допустим, ну, что еще тут? Все. То есть цифровых спидометров тут нет. Все чисто красиво. И самое забавное, у него есть дополнительные видеокамеры. Они могут быть другого цвета, без разницы, но какая здесь акустика? Вах! То есть это обыкновенный Китай. Акустика Sony. Посмотрите внимательно. Вот видите, написано Sony. Ну, крутизна. При этом эта машина стоит дешевле, чем машина у официальных дилеров. То есть вместо того, чтобы что-то покупать, вы подумайте прежде всего своей головой. И в принципе тут интересный вариант, сейчас немножко покажу. То есть вы можете спокойненько взять машину в кредит, потому что здесь представлены все абсолютно банки не только города Магнитогорска, но и всей России. Конечно, выбор только ваш. Вы уже привыкли, и это ваше правило. Мы уже научились выбирать. Но мысль, как обставить соседа, не упираясь в деньги, вот-вот, она-то здесь есть. Есть, уж поверьте мне. При всем при том, что здесь машины как бы недорогие, да? Ну я встану все-таки, да, потому что... Почему это все сделано здесь? Во-первых, это сделано в свежих цветах, естественно. Почему в свежих цветах? Потому что здесь много кредитных организаций. И пока люди занимаются этими кредитами, вы просто сидите спокойненько, чаечек попьете, можете телевизор посмотреть. Все должно быть нормально, все должно быть красиво, красиво и ровно. Именно поэтому мы приходим в Best of Two. Конечно, как бы вам втихушечку сказать, есть машины хорошие и высокие по ценовой категории, естественно, есть нулевые машины, вот, пожалуйста. А есть машины в пределах ценовой категории до 1 000 000 рублей. Что такое 1 000 000 рублей сегодня и сейчас? Ну, это практически ничего. То есть за 1 000 000 рублей вы себе фактически... А что вы сможете купить? Ну, даже дома сейчас все выше. Вот как? Не в курсе быть? Объясняю. Моего дяди дом. В смысле, это не дом, это обыкновенный садовый участок. Так напротив него садовый участок продается за 1 500 000 рублей. Что это такое? Это ихняя жизнь, понимаете? Ценники выросли. А машины здесь не выросли. Ну, они немножко выросли в цене, но тем не менее вы себе можете взять то, что красиво и ровно, по адекватной и нормальной грамотной цене. При этом эта машина будет в идеальном состоянии. Вы отсюда уезжаете, никаких проблем, потому что здесь еще и следят за ними. О, как. А есть тема другая. Тут надо любить машину. Полюбив оную, через год-два вы ее продаете здесь и покупаете то, что может удивить и, в принципе, а может быть и джипы. Они здесь в достатке. Проедут и покажут вам безупречный Урал. А он таков и есть. Да. Вот есть машины, не ломающиеся с годами. Знаете, какие машины не ломаются с годами? Так какие машины не ломаются с годами? Одна из них вот эта машина. Называется Suzuki Grand Vitara. Она не ломается с годами, она вам позволяет ездить очень-очень долго. И к слову о том, что они настолько не ломающиеся, что еще Suzuki первая Vitara отлично ездит. На раме, красивая, ровно. И такая же машина есть здесь. Причем цена этой машины всего 1 128 000 рублей. Я еще раз вам говорю, не надо сказки рассказывать. Да, люди, которые в свое время купили, ну, поимели некоторые деньги, но они не поимели некоторые деньги, потому что недвижимость вверх прыгнула. То есть, если бы все это дело вверх прыгнуло, и только автомобили бы вверх прыгнули, тогда еще можно было о чем-то говорить. А сегодня и сейчас уже я до комнатной квартиры за 1 000 000 рублей, да вы ее в природе не найдете, просто. В Магнитогорске вы в природе не найдете однокомнатную квартиру. Однокомнатная квартира сейчас 2-2,5 миллиончика стоит-то. А так вот. Я, конечно, понимаю, что нам хотелось бы очень много денег зарабатывать, но с другой стороны, если мы берем кредит, в принципе, кредит на эту машину, ну, это ориентировочно будет примерно, наверное, разные цены, естественно, смотря сколько вы первоначальный взнос внесете, вы же свою машину в идеале, еще раз говорю, я вам 250 раз буду серьезно объяснять. Вы обращайтесь к своему автомобилю как человеку, не бейте его. И потом уже вы сможете ее спокойненько здесь продать и небольшую сумму доплатить. Но только любите свою машину. Люди, созданные руками, они вкладывают свою душу в автомобили. Или вы этого дела не понимаете? Очень, кстати, зря. Как это бы ни странно казалось, но не проблемные машины есть. Есть. Здесь, в Best of Two.
на магнитной 111. Причем есть новинки, а есть то, что можно купить, не внедряясь в сумму 6 нулями. Это надо понять. Оно здесь присутствует. Я понимаю, есть люди разные. Есть люди от комбината, которые купили себе дополнительные торговые центры. В смысле, они это сделали и продают свои машины. И может быть, у них все хорошо, может быть, нет. Сегодня и сейчас они уже пересели. Сегодня и сейчас мы уже видим немножко другие части. То есть сегодня и сейчас это уже далеко-далеко не Запад. Я не против Востока, поверьте мне. Восток – дело тонкое, Петруха. Но из Востока у нас практически забрали всю Корею и одну из родин машин из безупречных и красивых – Японию. И приехали. Но у нас есть Китай. Кстати, очень неплохая страна, если честно. Конечно, самим китайцам большей части нравится ездить на Европе, потому что я был, естественно, в Пекине. Так вот, в Пекине китайских машин, по крайней мере, на 2014 год я просто не видел, за исключением автобусов и грузовиков. Все остальное только Европа и, естественно, Япония. Но это отдельная уже тема. Вы можете съездить и на них. Но когда вам нужно что-нибудь другое, и вы должны понять, что качество, оно еще и работает в атмосфере лучшего ремонта, а ремонт здесь недавно сделанный, то тут надо доехать. Кто вам продает качественные машины? Best Auto на магнитной 111 вам продает качественные машины.